Вот в тот раз я подсадила луковицу от гиацинта, вот она у нас выходит только сейчас. А до этого у нас вышел вот от него как бы детеныш. Но почему-то он вот такой беленький. И он уже начинает открываться как-то. Интересно, какой цветочек будет там, когда он полностью откроется. Но у нас вот здесь вот он выходит. Не знаю, может быть, это семя какое-то сюда попало, что-то другое растет? Да. Не знаю. Но гиацинт дал свое расти начал. Смотрите, я могу...